Похолодает в эти выходные в Уссурийске. В субботу столбики термометров днем поднимутся только до плюс 6 градусов. Все из-за влияния высотной ложбины, которая будет смещаться над территорией Приморья. Усилится северо-западный ветер. В некоторых районах края обещают мокрый снег и гололед. Ночью отрицательные температуры. В нашем округе пока осадков не ожидается. В воскресенье днем немного потеплеет, до плюс 9. А ночью, наоборот, станет морознее, до минус 7. Новая неделя тоже начнется с облачной погоды. Во вторник, по прогнозу, дождь. Синоптики напоминают, что самое время переобувать свой транспорт в зимнюю резину. Избаловавшее нас дневное летнее тепло все резче начинает сменяться холодом, причем не только ночным. Увеличивается вероятность смешанных осадков и даже гололеда, особенно на перевалах. Например, эти явления могут наблюдаться уже в ближайшую субботу на перевалах в Лазовском и Партизанском районах. На следующей неделе не исключен снег во многих районах края. Всем жителям и гостям Приморского края надо постараться поберечь себя и свои авто.